В центре станицы уже второй год работает большой оздоровительный комплекс, в который входят спортивная школа и бассейн. Там бесплатно занятия проводятся для школьников. Объекты такого уровня есть не в каждом городе России, не говоря уже о станицах. Хороший бассейн. Для того, чтобы воспитывать спортсменов, ну, на уровне кандидата в мастера спорта, очень даже неплохо. Еще одна гордость кущевцев – спорткомплекс «Снеговик». На ледовой арене тренируются как фигуристы, так и хоккеисты. Местная хоккейная команда «Стрижи» вполне успешно участвует в краевых турнирах и занимает призовые места. В будущем ребята надеются попасть в профессиональные клубы и отстаивать честь региона уже на соревнованиях международного уровня. Амбициозные задачи ставят перед собой и юные футболисты станицы Кущевской. Тем более и место для тренировок теперь есть. Наша задача, знаете, какая? Чтобы мы вот футбол начинали с детских лет, вот с ваших лет заниматься. По-настоящему, по-взрослому, да? И потом что? Потом мы уже играли в Кубани, в Краснодаре, в нашей премьер-лиге. И защищали, отстаивали Кубань. В футболе спортивную. Так или нет? Да. К слову, местный стадион «Урожай» недавно реконструировали, заменили трибуны для зрителей, беговые дорожки и привели в порядок футбольное поле. Все спортивные объекты в Кущевском районе были построены и реконструированы за счет местного и регионального бюджетов. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.